любопытно. Очень любопытно. Простите, что любопытно? Я помню все проданные волшебные палочки. Так случилось, что Феникс, чье перо послужило материалом для вашей палочки, дал еще одно перо. Только совсем другое. Любопытно, что вы предназначены для этой палочки. Хотя ее брат оставил вам этот шрам. А у кого была эта палочка? Мы не называем его имени. Палочка сама...